Привет, ребята! Снова с вами Мария, и сегодня я хочу приготовить для вас шаурму по-домашнему. Так как обычно продается она отвратительно и невкусная в некоторых местах, мы решили ее сделать сами. Это намного вкуснее. И для этого нам понадобится капуста свежая, уксус. 9%. 9%. Помидорки. Морковка. Чеснок. Майонез. Курочка сырая. Филе. Курочка филе сырая, да. Масло сливочное. Ну, да, тарелочки. И, конечно же, лаваш. И начинаем, мы приступаем к готовке. Сначала мы режем овощи. Когда я режу овощи, мой любимый муж будет делать соус одновременно, чтобы было быстрее. Морковку, но мы делаем быстрее и проще, мы размельчаем это в блендере. Так что, сави лайф, хак! Половинку от такой маленькой капусты хватит. Ну, она без кочерышки. Без кочерышки, да. А я пока заправлю морковку. Чтобы она настоялась. Половинка капусты будет много, даже поменьше надо было. Сейчас нарезаем филе курицы, а потом ее надо будет обжарить на сковороде. Филе нужно 300 грамм.
Пока жарится мясо, мы открываем лаваш и намазываем соусом. Удобно намазывать кулинарной кисточкой такой. Укладывать овощи. Наше мясо готово. Мы выкладываем его на лаваш. Заворачиваем лаваш. Но тут уже как у кого фантазия придет заворачивать. Вот что у нас получилось. Чтобы не запачкаться шаурмой, мы ее кладем в мешочек. Спасибо, что смотрели нас. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. И, конечно, не забываем писать комментарии. Всем пока!